Ну, неприятно, конечно. Кому это нравится? Возмущение димитровградцев вызвано работой коммунальных служб. Заботясь об автолюбителях, городские магистрали расчистили после последнего снегопада довольно быстро. Коммунальщики опять забыли про пешеходов. Дорожники при вывозе снега с обочин просто сравняли в одно полотно тротуар в самом начале проспекта Ленина и дорогу. Некогда пешеходная зона буквально сразу стала парковочным карманом. В ночное время работы будут доведены до конца. Так что проезжая часть опять будет отделена от тротуара. А как она будет отделена от тротуара? Валом. Где уж дорожники собрались брать снег на формирование нового снежного вала, господин Патрушев не уточнил. Может быть, с остановочных павильонов, которые тоже вызывают массу нареканий у димитровградцев. Подход к некоторым остановкам напоминает полосу препятствий. Только молодой сможет пройти нормально. Но пожилому человеку, тем более с костыликом идет, ни в коем случае здесь никак невозможно пройти. Исправить ситуацию коммунальщики обещали в ближайшее время. Наталья Васильева, Анжелика Барвинок. Наше время.